Всем привет, и с вами Александр, директор продаж компании TimeTrial. В сегодняшнем выпуске мы с вами поговорим о пневмокаркасной палатке TT29. Разберем ее комплектацию и посмотрим ее технические данные. Надувная палатка размерами 6×4,8, высота 2,8, TT29. Давайте замерим время ее установки. Перед использованием палатки главное ознакомиться с паспортом изделия и правилами по эксплуатации палатки. Прежде чем установить палатку, необходимо проверить поверхность, на которой вы будете ее устанавливать. Если вы будете устанавливать на песке или земле, можно устанавливать мягкий полог непосредственно под пневмокаркасную палатку. Ну и самое главное, вначале проверить, чтобы не было острых и колющих, режущих предметов. Если вы будете устанавливать пневмокаркасную палатку на асфальте либо бетоне, то рекомендуем использовать толстый полог либо обычный баннер. Палатка TT29 сделана по специальному заказу от компании «Газпром» с индивидуальным брендированием. В данную палатку в комплектацию входит сама пневмокаркасная палатка, стеновой утеплитель, теплый пол, электросеть, насос для накачивания с датчиком давления, отопительный вентиляционный агрегат или тепловая пушка, генератор. После того, как палатка установлена, необходимо палатку закрепить с помощью веревки и кольев на вашей поверхности. Также необходимо проверить, закрыть все клапана для накачивания палатки на дверях и на самом каркасе. Ну и также открыть стравливающий клапан. Надувная пневмокаркасная палатка TT29 сделана по индивидуальному заказу с индивидуальным брендированием. Также мы можем изготовить пневмокаркасную палатку по вашему ТЗ и с индивидуальным дизайном. Доставляем продукцию по городам России и также СНГ и странам Европы. Полное описание и наши проекты смотрите на сайте, ссылка будет в описании. Хотите получить полную консультацию, оставляйте заявку, либо звоните по номеру телефона, и специалисты вас проконсультируют по данной продукции. С вами был Александр, директор продаж компании TimeTrial.